Вход в курортный парк в городе Сундаки. Здравствуйте, меня зовут Александр, и давайте пройдемся с вами в курортный парк в городе Сундаки. Так, мы вошли во вход. Здесь мы видим летний фонтан, который сейчас не работает. Сегодня у нас 4 января 2018 года. Такие вот скамеечки, довольно старый вид имеют. Слева мы можем видеть карту-схему лечебного парка города Сундаки. Это у нас схема расположения парка в Сундуках. Мы можем видеть вход в парк. Вход в парк с улицы Островского. Бивет номер 1, источник номер 4. Грот дамской слезы. Видовая площадка аренда. Грот мужские слезы напротив бивета номер 2. Орел, терзающий змею. Бивет номер 3, источник 4. Беседка случайной встречи. Бивет номер 4, источник 4. Мужичок с кувшином. Сандеровский механотерапевтический институт, галерея источник номер 17, бивет источник номер 19, вход в парк с театральной площадки, музыкальная беседка, источник номер 18 с музыкальной беседкой, бивет номер 2, источник 4, минеральная ванна имени императора Николая II. Итак, пойдем по нашему маршруту. Здесь экскурсии ходят, взрослые, детские. Я сам с экскурсии немного отстал, чтобы снять видео. Поэтому я сейчас нагоняю мою группу, которая идет впереди. А вот эта скульптура амазонки в парке в Сундуках. Вот так она смотрится. Люди подходят, фотографируются. Ну, продолжаем движение по парку. А это главная аллея парка в Сундуках. И парк мы покидаем через вот этот вот вход.